Сегодня у нас торжественный день. Мы завершили Олимпиаду по туристской отрасли. Олимпиада была республиканская. И сегодня мы подводим итоги и будем награждать лучших специалистов туристской отрасли. Олимпиада «Лучшие специалисты индустрии туризма Республики Казахстан» проходит ежегодно с 2010 года. Ее цель – повышение профессиональной квалификации менеджеров туристических компаний. Олимпиада проводится в четырех номинациях. Внутренний и въездной туризм, знание туристических ресурсов Казахстана, выездной туризм, знание основных международных туристических направлений, авиаагенты, знание международных систем бронирования и технологии выписки авиабилетов в системах GDS, Amadeus, Sabre. Педагоги, лучшие преподаватели по туризму. Второй год мы проводим, приглашаем на эту Олимпиаду преподавателей спецдисциплин, которые работают на туристских факультетах. То есть нам очень важно понимать, каков уровень преподавательского состава, и мы должны понимать, что мы ждем на выходе от студентов, которые получают знания от конкретных преподавателей. В 2016 году с 15 по 23 декабря Олимпиада прошла в три этапа. Онлайн-тестирование, выполнение практического задания, презентация турпродукта по Казахстану или выездному туризму, устный экзамен. 33 человека из городов Алматы, Шымкента, Костанай, Актобе, Атырау и Кокшетау приняли в ней участие. И вот 27 декабря 2016 года в ресторане «Жанер» прошла церемония вручения наград победителям. Как участник жюри, я бы хотела сказать, что вопросы были довольно нелегкие, потому что мы составляем строгой секретности, были вопросы очень сложные. Со стороны перевозчика даже вопросы были те, которые даже нам были сложны. А еще хотелось бы сказать, что в этом году были наши участники с регионов, что в принципе усложняло, ну, саму Олимпиаду. Много теплых слов было сказано и в адрес Казахстанской туристской ассоциации. Был отмечен ее огромный вклад в развитие туризма в Казахстане. Олимпиада стала хорошей традицией, и в скором времени победить в ней будет делом чести для каждого менеджера, занятого в туристическом бизнесе, турагентства и туроператора, авиакомпании и преподавателя по туризму.